Всем привет! Вы на канале Правильный Выбор. В этом видео представлю вам моющий пылесос Bosch BWD-421 Pro. Вы сможете купить эту модель по удачной цене, для этого переходите по ссылкам в описании. А сейчас рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Не забывайте поддерживать нас лайками и писать комментарии. Первый моющий пылесос 3 в 1 с мощностью от Bosch. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен набором аксессуаров Pro Perform для более эффективной уборки. Малые аксессуары расположены в удобном отсеке в боковой части прибора. Щелевая насадка, щетки для корпусной мебели и обивки мягкой мебели всегда остаются под рукой. Обычно для уборки дома приходится работать с несколькими приборами. В комплектацию моющего пылесоса Aqua Wash & Clean входят многочисленные аксессуары для сухой и влажной уборки. Теперь можно помыть полы и мебельную обивку, собрать пролитую жидкость и пропылесосить твердые полы и ковры. И это все одним пылесосом. Производитель уверен, что качество воздуха в доме – это очень важно. Выходящий воздух чище, чем воздух в комнате. В HEPA-фильтре задерживается 99,95% вредоносных частиц и бактерий. Фильтр можно мыть, нет дополнительных расходов на новый фильтр. Паркеты и другие твердые напольные покрытия требуют особо бережной очистки. Благодаря своей мягкой щетине из натуральных волокон, щетка для паркета позволяет бережно и тщательно убираться на деликатных поверхностях. Порой уборка ковров вызывает трудности. Турбощетка помогает собрать шерсть, волосы и другие волокна с коврового покрытия. Вал щетки, вращающийся на высокой скорости, приподнимает прижатый ворс, что позволяет более эффективно чистить ковры. Благодаря большому 5-литровому контейнеру для воды можно убирать дольше без смены воды в контейнере. По необходимости контейнер для воды легко отсоединяется и очищается. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Сложно отсоединяется шланг для жидкости. Качество пластика невысокое. Сильно электризуется, приходится обрабатывать антистатиком. Тяжелый, неманевренный. Очень шумный, как на аэродроме. Моющие средства в комплекте вообще ничего не отмывают. Очень большой, нужно много места для сушки всех деталей. Мешок – это прошлый век. Теперь перейдем к положительным. Мощный. Хорошо выполняет свои функции. Многофункциональный. Длинный шнур. Большой объем аквафильтра. Хорошо всасывает. Удобно мыть. Можно использовать как водяной фильтр, так и мешок. С меня ссылки на магазины с выгодными ценами, оставил их в описании, а с вас поддержка. Буду рад комментариям и лайкам. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».